Последние недели перед Новым годом для ульяновцев началась с метели. С раннего утра улицы и дворы областного центра очищают 70 специализированных машин. Основное – это будет патрульная снегоочистка дорог. Также сейчас усиленная работа будет на тротуарах. Очистка пешеходных переходов, очистка мостовых путепроводов, пешеходные части. Ну и плюс повторная обработка будет сложных участков, подъем проведена. К работе присоединились и управляющие компании. В администрации пояснили, что сегодня дворники вышли на работу в 3 утра. Параллельно с расчисткой улиц начнется уборка снега с крыш многоквартирных домов. Также обращаем особое внимание на сосульки и наледь, которые образовываются уже на сегодняшний день на кровлях многоквартирных домов. Чтобы был составлен график, сейчас график уже направлен нам для очистки кровель от наледи. Ситуация осложняет ветер, из-за которого на проезжей части возникают переметы. По прогнозу синоптиков, осадки ожидаются в течение всей недели. Температура воздуха не будет превышать 12 градусов со знаком минус. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.